Выделка. Это пятый раздел книги. В данном разделе мы подробно рассмотрим, как должна выглядеть качественная выделка шиншилл и чем она отличается от плохой. Также будет подробная информация о вычесывании меха. Вычесывание меха у нас идет также отдельным разделом, что касается вычесывания самой шиншиллы. Хранение меха, то есть как должен храниться выделанный мех, при каких параметрах. Сортировка. Подробное описание сортировки по размеру, качеству и цвету. А также полное описание каждой из категорий сортировки. То есть Select, First Plus, то есть первый улучшенный, First, Second и Mix категория. Все это будет в разделе номер 5.